Дорогие мои девочки, снимаю вам Октябрьский дворец. Для моих девочек-блогеров, которые живут, украинцы, за границей, снимаю Майдан. Вот они, просили мне показать, как изменилось. Октябрьский дворец не изменился. Сегодня день независимости, день незалежности Украины. Вот мы с внучкой здесь гуляем после парада. Это цветочные часы. Вот. Там стоят внизу лампадки убитых в 2014 году на Майдане защитников нашего Крещатика, мальчиков. Вот как я смотрю, это мост, который у нас возле гостиницы «Украина». Вот гостиница «Украина». Я вижу, пока солнышко. Вот такая сзади меня за спиной гостиница. Здесь консерватория. Вот Крещатик. Лампочтамт, ребята. Вот это стела архистратига Михаила. Видите, вот тут защитник Киева, архистратиг Михаил. Я снимаю с моста, с высока. Вот тут у нас проходил сегодня парад. Принимал парад Зеленский, наш президент Украины. А там еще шумит Крещатик, это уже после парада. Башня с часами. Там время показывает. Это бывший дом профсоюзов. Здесь у нас, вон далеко видна София Киевская, купола Софии Киевской. Ну, вот это сейчас называется Майдан Незалежности. А эта площадь переименовалась уже несколько раз. Ребята, еще раз стелу показываю. Гуляния на Майдане и на Крещатике продолжаются. Что-то там сейчас будет происходить, но отсюда будет плохо видно. Я отключаюсь. Если будет возможность, подключу вам еще. Всем хорошего дня нашим землякам за границей.